Подготовленную ногтевую пластину покрываем гель-лаком Наоми номер 54 в два слоя. Покрываем закрепителем и сушим. Снимаем липкий слой. Начинаем рисовать рисунок с дерева. Его мы рисуем слева и делаем одну большую ветку для кота. Его мы начинаем рисовать с головы, затем туловище, а затем хвост. Рисуем ушки и усы. За ним рисуем прямоугольники в виде домов и маленькие квадраты, как окна. В квадраты ставим точки желтым гель-лаком Наоми номер 78. Сверху закрепителем ставим точку и кладем белый камень, а вокруг засыпаем золотыми блестками. Просушиваем все в лампе.
После этого покрываем закрепителем. Снимаем липкий слой. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш YouTube канал. Все материалы, которые мы использовали, вы можете приобрести в магазинах Naomi.